добрейший, предобрейший, вечериший. Всем привет, дорогие друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами в эфире Шепард. И у нас продолжение душещипательной истории. Дом из пепла. Так, окей. Сейчас, секундочку. И поедем дальше души щипать. Просто души щипать. Так, окей, 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 окей. Все, вроде бы все есть. Все идет одиночно. Продолжить. Так, главное опять не путать, не спешить, не путать, блин, правая, левая кнопка мыши. Это приводит к последствиям. Там не живет случайно. Так и. Бля! Эти твари реально хотят прорваться! Надо срочно врубить генератор! Иначе жопа! Хуже крыс! Чему нам это все вот это замедленное, не пойму. Лица их. Блять! Да ты издеваешься! Я не успел нажать на мышку. Думаю, самое время сваливать. Возражений нет?
периметр. Если есть идеи, так давай, делись. Давай, давай. Должно быть что-то. Стоп. Да. Бежим в катакомбы. Надо идти вниз. Вниз? Вообще-то выход в другую сторону. Либо туда, либо все умрем здесь. К восточным воротам. Так, отступить. Копать не могу. А, мы поставили... Центр, идем по центру! Ближе к этим... к стенам. Тихо. Их слышно? Взрыв нас отрезал. Не знаю, спать, идем, наверное, дальше. Уже пошли. А, да я и сам, если честно, уже такой. Думаю, ну, блин, уже анонс сделал. Эрми Санахак! Бросай оружие! Леглись! Ну, привет. Мой друг недоволен. Я заметил. Что там было? Харакуш! Не с места. Твой друг какой-то слишком нервный. Прям сейчас они друг друга перемочат. Если ты опустишь оружие, это может его успокоить. Ой, да это один и тот же кто-то приходит, господи, мне фиолетово. Меня любят, естественно. Долг выполнен, пошел дальше, это, поджав хвост. Сидеть, тусить. Ну давай, рискни, блядь. Мы могли бы стать близкими друзьями, если бы на секунду забыли, форму какой страны одеты. Наш Ахбан! Молчать! Это он? Не надо, Рэйчел. Он убил Эрика. Это он зря. Предлагаю просто захуярить этих уродов. Теперь хоть не в спину стрелять будешь. Что они говорят? Ник, что думаешь? Они могли бы нам помочь. Даже не знаю. Нам нужна их помощь. Андрюшка, привет. Спасибо огромное. Это враги, Ники. Видел, ты там тоже сегодня сдвинул. Я не верю никому из вас.
Этого я и ждала. Это они. Надо открыть эту дверь. Чего вы стоите? Ну! Даже не думай. Блядь, Джейсон, враг нашего врага друг. Вперед, ну давай. Боже, вперед! Я помню, что ты сделал с полковником. Не было выбора. Честное слово, это худшее место во всем мире. Ты... Пережмите штурм. Сандаликом. Красава. Винтовка распятия. Распятие. А я ж выстрелил, блин. Что за бред? Блин, он бросил. Подожди, финны, боснийцев 3-1 сделали. Теперь весело. И что это дает?
Так, это мы кого? Араба потеряли, да? Этого. Боснии же второе место не светит. Не связывайся с морпехами. Ну, насколько наши шансы улучшились? Если они каким-то чудом выиграют. Но именно чудом. Так, обнаружить себя, устроить засаду. Нахрена мне убивать этого? Да блять! Не с места, сука. Ты один? Кто еще выжил? Все произошло быстро. Думаю, тут только мы. Только мы, да? Вот это заебись. Я не желаю тебе зла. Клянусь. Еще бы. Винтовка-то у меня. Жить надоело? Сказал чужак с ружьем. Можем быть союзниками. Мы можем быть союзниками. Мы должны сражаться вместе. Давайте. Твой так. Друг сказал, враг моего врага, мой друг. Это не всегда так, но если мы хотим выжить, нужно быть заодно. Меч и щит. Многовато слов, как по мне. Но я за. Так, я так понимаю, курс измененный, не летят эти херовины, значит, это в хорошую сторону. У нас 9 фильмов, последнюю игру играют дома с Францией. Это хорошо. Ну, а нашим, если чудом выиграть, то 12. Я в наших уже не верю. Специалисты играть не чудо. Если ты в мою сторону хотя бы глянешь косо, можешь не сомневаться. Я тебя прикончу. Я в наших специалистов играть в ничью уже не верю, если честно. Друзей надо держать близко, а врагов еще ближе. Но это уже слишком. Ничего им шарится. Говорят, отчаянные времена требуют отчаянных мер. Так. Франция почти пришла... Короче, Саш, я считаю, ни хер им тогда вообще сидеть дома. Они недостойны ехать на чемпионат мира. Совершенно. Здесь много погибло. Твои люди всегда такие были. Не важно, что делали наши предки. Время другое. Сейчас важно только то, как поступаем мы. По-твоему, США главный агрессор? А мы что, варвары? Может, оставишь мысли о моей стране при себе? Не думал, что ты такой чувствительный. Так, едем дальше. Так, там... Это динамит? Угу. Так, я так понимаю, нам туда надо как-то попасть. Да, братан. Сейчас опять камера начнет, блин, не курильчить. Так, я
это мы уже видели. Это тоже видели. Стрим включил ли я линейку на 28, как ты это делаешь? Да, вроде иначе не пробраться. Один держит ворота, одна сплошная, чтобы другой смог пролезть. Паки, ой, пожарила картошечку, курочку с капусточкой, прям так хорошо было. Толкай давай! Пошел! Ты в порядке? Серьезно? Тупик. Я найду другой путь. Думаю, тут пройдем. Мне надо расчистить отсюда. Побыстрей. Твари могут быть повсюду. Есть идея, с чем мы имеем... Ну вот это вообще ни к чему, а? Муахахахах. Пипец, мы тут спим все. Снеж, да не говори, я вот то же самое подумал сейчас. Серега. Вообще не смешно. Хорошо, что людей мало. Но Снежка на тебя теперь точно разозлится. Равнодушие, опасение. Это вампиры? Это вампиры. Не может быть. Серега, я... Мой отец говорил, если что-то выглядит и пахнет как говно, то это оно. Можешь даже не пробовать. Поверь мне, это вампиры. Надо объединиться, чтобы выжить. Да, очень похоже на то. Иди! Ну, я давай. Да, пролез, слава богу. Чуть не убил. Не убил же. Так, ну раб, конечно, со своей этой палкой, это такое себе. Ух ты, ё! Прикольно, прикольно. Соратники. Хорошо. Аурики. Блин, ля, и на пакости главное, и даже в чате не показывается. Что за натура такая, а? Что ты сделаешь первым делом, когда мы выберемся? Убью тебя, да? О, такой херни у нас еще не было. Блин, тут номер, как обычно. Это клинотворение, освещение, знак личного трома, время проведения ритуала. Они наклеены регистрационный номер. Опупить. Так, мертва, я был рядом, вы ее последними молил ее прощение, богом забытое место, тыры-пыры.
Конец всему, он оставил меня поклясться похоронить это место. Опачки. 9 вечера. Произошло нечто ужасное. Будучи возле жены, я заметил кое-что у нее в руке. Брошь леди Брэдшоу. Должно быть, она сорвала ее с блузки Брэдшоу во время припадка. Перевернув брошь... Я не Серега! Я увидел, что она похожа на одно из существ, которых мы извлекли из кокона. Боже, вот это кроет, да? Не те ли это демоны, о которых говорила Мэри? Я не Серега, я угу. Неужто Брэдшоу знала, что мы здесь найдем? Затем труп Мэри зашевелился. Но это была уже не моя жена. Нечто завладело ее телом. Оно прыгнуло на меня, и только прутья клетки спасли меня от его ярости. Да, грузинский чай курить, это, блин, не каждый перенесет. Я не Серега. У тебя вроде есть голова. Ты маме сказал уже об этом? Объясни тогда. Какого хрена ты воюешь за Саддама? И мама шу тебе сказала по этому поводу? Не было выбора. Что ты не Серега, что ты угонок. Ой, чудо уж. Так, а что такое? Что-то мы куда-то не алёкаемся. Алё, тут же ж мы. А, вот так. Твой друг Ник. Добрый. Он помог мне. Так сложилось. Голубцов отрёс. Любой день грибы он бы пулю в тебя всадил. Не пробовал. Какие грибы? Ничего не понял. Я уже боюсь у тебя что-то спрашивать. Значит, грибы ни разу не пробовал. Ни хера не понял. А! Страшно бы себе ладони. Бля, шампиньоны съешь, ничего с тобой не будет. Ты опять голубцов отвез? Ты что, издеваешься? Ты положил записку, как их употреблять? Что означают знаки на твоей шляпе? Да ничего. Тебе-то что? Как ты можешь да вешенки любить, если ты не ел? Друг мой. Уясни ты, наконец. Мы не друзья. Так, ты злобный, я не испытываю к тебе. Так, не, давайте ссориться не будем. Я не настроен к вражде. Значит, ты новости не смотришь. Да я у него... я у него спросил. Слушай, какие... принимаешь. Однажды господи. Человек построил свой дом на берегу реки. Пришел паводок, и стены смыло. Пришла засуха. Вода высохла, и он захотел пить. Весь день насекомые жрали его плоть. Но по ночам он говорил жене, у нас всегда достаточно рыбы. Твои люди решили воевать, Джейсон. Думаю, нам пора побыть в тишине. Сейчас сзади только... Опс! 100% это следовало ожидать, блин. Блин, что за мошка какая-то, шмакодявка летает, блин. Ух, бля! Зато дверь открылась. Yeah.
Какой минус? Все нормально, блин. Я хотел бы заблудиться-то. Ну да. Ты ж ого-го-нах. Думаю, пора валить отсюда. Ты ж не Серега. Ты ж ого-го-нах, правильно? Ты ж помнишь об этом? Блин, этот со своей этой палкой круче, чем с автоматом, короче. Серега, суббота, ты целый день за рулем. Че даже. Че это он за рулем? Че ты, Саня, решил, что он за рулем? Так он пиво не выпил, я тебя умоляю. Отвез. Там идти 100 метров, блин. Отвез. Он там, блин, трезвым не ездит по своим улицам. Я думаю, это лазарет. Может пригодиться. 6 утра, кто бы сомневался. Если хочешь засунуть в сумку древнюю взрывчатку, пожалуйста. Так, что мы имеем, бля? Химическое оружие уже близко. Только ты скажешь что-то умное, как за этим сразу же идет глупость. Алло, может мы пойдем? А чё они стали как идиоты друг против друга? Пошли. Пацики. Да передвинь ты. Один секрет. Записи, описывающие рост паразитической организации под кожей Мэри и так далее. Температура 30, поле 30, пациент сознание, пациент теряет силу движения под кожей, усиливается паразитический организм. Паразитический организм. Поликарпович, перевит, тули, тули, тули. Опача. Фотография сына с заметками о вскрытии нечеловеческого организма. Из заметок становится ясно, что существа питаются адреналином, который поступает в кровоток перепуганных шеи. Шерсть. В желудке начинает количество крови, надо показывать высокое содержание территории, понятно. Это квест? Да нет. Квест. Пещеры. Что бы там ни было, археологи добрались туда первыми. А ну, погоди. Ты что? Какой жанр? Ну, ужастик. Думаешь, они живы? Как еще сказать? Есть. Да ты оптимист. Что еще остается? Какой это жанр? Это он убивает людей? Да не обманывай. Кто он? Вася добрый. Это киносимулятор. Во. Твоя жена? Можно знать кого-то много лет, но мало знать о нем. Я не знал, что капитан был женат. Тот ублюдок, который был с тобой? Он не выжил.
Твои носари все ловят. Врагом меньше. Когда-нибудь ты пожалеешь о таких словах. Ты когда жену успел закончить? Жалеть не про меня. Ого, нах, ты ж не Серега. Подождите, а где остальные? Их же больше у меня осталось. А отчество у тебя есть? А фамилия? Здесь на каждом шагу сюрпризы. Походу нам вниз. Что ты думаешь? Никогда такого не видел. Видишь подъемный трос? Археологи туда спустились. Ох, гнать! Вряд ли выбрались назад. Да. Лебедка работает. А фамилия? Нет. Гадя Петровна. Нет, и... Гадя Петровна, как там, Иванова, блин. Ты это понимаешь? Мы не археологи. Наш мир наверху, а не там внизу. Между нами и нашим миром армия монстров. Они близко. Поджигай. Безумец. Если у вампиров есть логово, оно внизу. Ты хочешь сражаться у них дома? В этой стране я только этим и занимаюсь. Огохи. Ого, нахуй. Запускай подъемник. Блин, Серега, ты что-то не то пиво тепло сегодня я. Так жестко тебя еще никогда не крыло. Наха, а что случилось с Серегой? Пробудился ото сна и жаждет крови. Посмотрим, скольких поглотили тени. Одна возвращается к свету, а другой остался во тьме. Бедный Эрик. Жаль. Впрочем, Эрик... Однажды обманул смерть на том шоссе, и, возможно, Рублевку смерть наконец настигла его. Будем надеяться, с сержантом Кеем не случилось никакого несчастья. Поглощенные бездной редко могут рассказать, что до Джейсона и Салима заклятые враги никак не могут зарыть топор войны. Скорее предпочтут нанести удар. Не хочу прослыть негостеприимным, но время не на нашей стороне. Я встречу ваших подопечных за финишной чертой. Или похороню возле нее их останки. Подожди, Серега, так куда ты собрался лететь? Ля ты путь выпер. Какой путь? Почему? Чудо за тремя неделями ранее. Опять? Боже, Эрик, сколько можно? Дело во мне. Я так решаю проблему, и мне надоело тебе это объяснять. Да, да, это моя жизнь, и я куда здесь ставлю думаешь? Условия. Чего? Что ты сказал? Я не вовремя? Охренеть, как не вовремя.
Просто ты просила файлы, я принес. Потом. Куда? На Бали, что ты собирал? Я не хотел тебя расстроить. Это не ты. Такое чувство, что все мы здесь от чего-то бежим. Ты в Турцию, что ли? В Турцию, ёпта, блин. Да, тут несчастный случай на КП. Ты убил женщину. Пойми, ты не виноват. Просто у всех есть мнение по этому поводу. Но я справляюсь. Как-то откуда по-своему. Я знаю, где ты там посредине, блин? Точно. В Монголию, блин, собрался. Посредине географической карты. А тот, кто ты сейчас говорила, похоже, мудила высшего класса. Что бы то ни было, ты справишься. Или скажи мне, и я приду на помощь. А, всех турчанок. С акулами и китов, Вань. Джейсон. Ой, не хочешь ты говорить, здесь? Куда ты собрал? Шо минус 6? Где минус 6? Все живы, блин. Пойду в Марик пойдет. Разве что льда, правда, нет. Какого хера? А я знаю, что ты мне пришлешь фотку. Знаю. Я думала, ты мертв. Я думал, ты мертва. Где-то посредине географической карты. Это, блин, если твой дом считать географической картой, то ты примерно в туалет поедешь отдыхать, что? Опа, ищи. А, ох ты, ёшкин мудашкин, блин, красавчик. Беги! Красавчик, дядька, блин, просто мне, блин, нравится. Да, она его послала. Реакция мангуста. Видели, как я четко кнопочки не перепутал? Так, я думаю, что... Так, подожди, что я пропустил? Сейчас будет минус, конечно, снеж. Интим-фотку. Домой вернусь и потом подумаю. Интим-фотку. Я так и думаю. Так, вот меня сюда не вмешивайте. Зараза, блин. Меня не вмешивайте там в сексуальные его фантазии, блин. А он живой же все равно. Что ему там станется, блин? Че не упал, господи. Кто бы сомневался.
заставил поволноваться. Мы пока живы. Не всем так повезло. Главное, что ты цела. Может, поговорим? О чем? О нас. Я хочу понять, что между нами, если я умру. Я хотя бы буду знать, кто я для тебя. Ну, поживем, увидим. Вот так, я любила Эрика. Оставьте Олега в покое, блин. Но он мертв. Рэйчел. Ты меня любишь? У солдата есть сердце. Я рада. Рэйчел сказала Нику, что любит его. Рэйчел заверил Нику, что расскажет Эрику об... К чему вот это все? Ответь мне. Да. Я люблю тебя. Блин, Серега, ну тебя в баню, блин. Ого. Отстань. Хорошо, что людей мало на стриме, блин. Ты еще не подумают, черти шо, блин. Я тебя не отпущу. Ни сейчас. Никогда. Иди к Киселеву. К Александру. Киселеву. Это Джейсон. Он жив. Так идем. Давай найдем Джейсона. Я немало херни повидал в жизни, но с этим ничто не сравнится. Вроде нас не преследуют. Ты что, хочешь? Ты что это со Снежки или... на меня переключился? Захлопни варежку. Идем. А что этот бисексуальный, блин? Журнал находок. Многие находки подтверждают наших выводов о том, что крайне произошло прошение. Нам известно, что столетняя засуха поразила Аккадскую империю одновременно с древним царством, и за нее многие городами стапи были заброшены. В горное время спустились варварские племена, и пришло к войне. В этом храме увидим свидетельство отчаянной попытки исправить ситуацию с несколько милых богов. Сопутствующие находки, Аршей, Черный Оникс, символизируют отрицательную энергию и бедствие. Возможно, это связано с убеждением, что землю стирали злые демоны, камень с отверстием. Камни изображены фигуры, молящие за время в совокупности. Находка изображает затмение, катастрофу. Один секрет. Он говорит, что жрецы храма принесли в жертву 1000 плена, чтобы положить конец засуке. Ритуальная табличка. Это на табличке прям религиозный ритуал, головной убор жреца в виде быка указывает на присоединение жертвы послушника, прям цели предсказания будущего по их внутренности. Длинная табличка, изображающая сцену битвы, пором, по что они сражались с гутиями. Так, капец. Хотел пролив переплыть, тут нет пролива, блин. Получается, все, был бы выбор, я бы тебя скинул в пропасть. Что у меня за мошка летает передо мной, ни хрена не могу понять. Так, а тут что? Мы тут сможем вернуться? Что это было? Что это за зеленая дерьмохрень, блин? Ч
почему никто не спрашивает, типа, как и так, так и должно быть, да? Это боб и это как там, и бобовое дерево, блин, как там оно? Принадлежит Рэндальфу Ходжсону. Может, узнаем что-то полезное. Он вот не знал. Блин, нашел время читать, господи. А, читать-то нечего. Это уже до нас все в туалете прочитали, блин. Кого-то с бумагой были напряги, прям. Жесткие. Так, а куда мы шли, блин? Туда? Да, ставь ты. Красавчик. И чё? Чё мы тут ничего не видим? Хочется. Жена. Корпус часов с портретом женщины на внутренней стороне. Зашибись, а то и так было непонятно, да? Их ждал печальный конец. Джейсон. Джейсон. Что? Я не могу так умереть. Ну не умирай. Так, это что-то еще было рядом. Вон. Когда храм будет разрушен, мы с женой. Я все, что могу для нее сделать, и запомню, ты умеришь, улыбается мне с портретах, это не так. Опача. Во всем повинна леди Брэдшоу. Она с самого начала знала, что нас здесь ждет. Она привела нас к ним. Я нашел ее внизу. Над растерзанным телом Ван Хейтена. Она обернулась, и я увидел, что облик ее изменился. Рука моя непроизвольно потянулась к ближайшему оружию, железному колышку для палатки. Я воткнул его ей в грудь, пронзив сердце. В этот миг из глубин раздались леденящие душу крики, словно в ответ на нежданное кровавое подношение. Интересно, девки пляшут. Так, а что надпись, если смотрите, не появляется? А, вот. Всем виноват, так, это понятно. Да не верю, кому ему? Кому, Снеж? Я уже запутался, кому верить, кому не верить. Так, это мы видели, да? Опять я не в ту сторону пошел. Так, вот. Прекращай, ну Снеж. У меня нет любовника. И даже любовниц. Корабль инопланетян, я так кажется.
какие-то, не демоны. Это какие-нибудь инопланетяне, да и все. Наказывает нас всех за совершенные ошибки. У меня никого нет, кроме Зейна. Я посвятил ему жизнь, когда жена ушла. Хотел дать все, чего не было у меня. Отец-одиночка. Это непросто. Да. Но я очень горжусь своим мальчиком. Он едет в Лондон, в университет. Только б не воровал. Я так по нему скучаю. Ну что, долго они тут сидеть будут? Голубки. Твоя совесть чиста, Джейсон? Это место. Они сюда вернутся. Я слышу твои мысли. Мы ждем, что что-то произойдет. Может, надо не ждать и самим что-то сделать? Что задумал? Мы пойдем внутрь и найдем способ, как убить их. Согласен. Эй, что бы там ни было, мы вместе. Мне не нужна помощь. Не сомневаюсь. Видел тебя в деле. И шо, ну и дальше. Наверное, оттуда они и вылезают. Похоже. Вот только... где они все?
Салим, сюда. Что ты думаешь? Это место должно быть скрыто здесь уже тысячи лет. Бог не создавал этих тварей. Нет. Возможно, все с самого начала наоборот. И что это значит? Может, мы к ним вторглись? Сейчас коготь. Салим, посмотри. Данное портативное устройство, которое при прикосновении сделает звуковой код по курсу существа использовали. Предварительно для создания космических приборов не здесь. Пипец. Ха-ха-ха, он ушел, Серега. Иди ложись, отдыхай. Когда-то убил. Когда-то поддалась влиянию тьмы. Как же так? Он ушел, Серега. Это как музыка. И он не небесная нога, он теперь просто, даже не Серега. Даже не Сергей Олегович. Он Огогонах, Огогонахович. Он сказал теперь его только так называть. Огогонах, Огогонахович, Огогошкин. Так, а что и куда дальше? Блин, это мы уже брали. Никаку. Будь рядом. Я никуда не денусь. Здесь кругом этот мох. Мне кажется. Или он живой? Бля, там это тело. Че оно мертвое? Салим, посмотри. Это одно из существ, но старше. Древнее. Ты же не думаешь, что оно живое? Пощекоти им. Потрогай. Пощекоти ему пяточку. Сам трогай. Сыкло. Сыкло. Пощекоти пяточку. Да ну прекращай, ну что ты делаешь, блин, Серега, что делать нехрен? Существо окаменело. Что это за хрень? Миллионы лет. Не смешно уже, реально. Нахрена такое делать? Глубоко мы? Сложно сказать. Здесь легко потерять счет времени. Ага. Сам Снежка, блин, смотри, заступается. У него есть мой номер, так что не очкуй. Он его уже стер, как страшный сон, блин. Так, стоп. Подождите, вы меня запутали. Нельзя терять друг друга из виду. Ну и жара. Один трупик.
О, это что тип, блин? С этими. Твою ж мать. Посмотри. Зацени броню. Этот парень прямо из Библии. Да ну нахер, блин, так делать, а? Он вроде бы живой. Фу, у меня аж челюсть хрустнула, блин. В этом месте все возможно. Охуеть. Он все это время был живой, без половины башки. Жидкость. Она сохранила его плоть и мозг. Что делать? Нельзя его так бросать. Хер с ним. У него было время привыкнуть. Я серьезно. Нет. Шум привлечет вампиров. Я сам. Тё, а нахрен они его? Ну лежал чувак тут тысячелетиями, блин. Пришли два типа, решили его замочить, блин. Пришло время отдохнуть, воин. По-моему, зря они это сделали. Он их что, трогал или что, блин? Несерьезно. Считаю, что они не правы. Фейерверк. Сто процентов. И куда дальше? Да они вообще прутся и нахрена. Слушайте, это какой-то, блин, это... Чего они вот все сидят на этих херовинах, блин? Говорю, это пришельцы какие-то. И они питаются просто. Саль. В этом окаменелом черепе говорят о том, что жители города могли быть заражены паразитами. Синими лапами паразитами. Кажется, кто-то не ходил к стоматологу. Клыков нет. Видишь? На их месте в костях трещины, будто что-то пробило их изнутри. К чему ты ведешь? Может, они не сразу стали вампирами? Их могли заразить. Брось каку. Thank you.
Салим. Что такое? Похоже, мы нашли их гнездо. Себе. Да. Тогда я думаю, что и ты. Тихо. По-моему, вам пипец, ребята, когда они сейчас все начнут оживать. Новый чел, привет, давненько не было. Бля, он же сказал тихо. Да я не знаю, что они решили. Они, по-моему, блин, им проще застрелиться, вот честное слово. Я бы на их месте просто застрелился бы и не мучился бы. Игрушка очень интересная. Просто реально интересная. Подарочек. А то, что они разбудят сейчас миллиарды, это ничего. Теперь эти тут я оказались. Прикрою, бегом. То они еле шептались, то теперь тут стреляют, взрывают, блин, да их тут миллиард уже должен быть. Черт, Ники, ты прям сраная кавалерия. Думал, ты мертв. Пока еще нет. Рад видеть, мэм. Держись. Ну, что дальше? Рад тебя видеть. Это место... Салспуст. Что это за место? Хоррор, прикольно. Нам нужен план. Да, угандошим твари и свалим нахер. Очень даже прекрасно. По-интересному сделанный. Сержант Кей, что у нас есть? Так, сейчас я посмотрю.
8 обоим 5.56, 3 разрывных 40 миллиметров, пара пушек 9 миллиметров, с 4 обоймами уже кое-что. Хм. Плюс 2 фосфорных. И один блок взрывчатки С-4. Этого явно мало. Еще есть вот это. Да, еще старый динамит. Он старый. Это опасно. А у нас есть выбор? Запалом пизда, но можно его сдетонировать С-4. Надеюсь, бахнуть он еще может. Вампиры лезут из этих коконов. Вы видели, сколько их там было? Возможно, тысячи. Подорвем их. Сожжем как можно больше этих ублюдков и отправимся наверх. Что скажешь, Ник? Ура! Чем они собрались идти там? Я не позволю дать им... Ядерная боеголовка надо, слишком поздно для этого, мэм. Мы сражаемся вместе. А к чему у всех, что они все ранены? Если аптечка при тебе, самое время подлечиться. Они ж могут быть зараженными. Хватит только на одного. Нужно обработать. И не возражай. Даже и не думал. Спасибо, друг. Похоже, наши археологи здесь тоже были. Надо обыскать это место перед уходом. Говорите с союзниками, обещайте жаль. Ты уверен, что она сработает? Сработает. Нужно было сказать раньше, но мне жаль, что Эрик погиб. Спасибо. Это важно. Рэйчел, я просто хочу. Твои руки. Ерунда. Просто замерзла. Они, походу, все, блин, уже не тобой. Что-то мне так кажется. Даже не приближайся ко мне, чтобы я тебя не видела. У меня никому нет ненависти. Я прошу у тебя того же. Я только на ненависти и держусь. О, музычка. Калинка, малинка. Так, чем больше на музыкальном языке чиву, тем круче думать о том, что... Разлезется. Так, очередная фигня. Сюда. Да они тут все, походу, я что-то нашел. Превратятся в кого-то. Ой, хрень. Ай, аж раздевался. Кто там, что там нашел, бля? Выслеживает жертву, выявляет паразита, паразит растет, смерть носителя, паразит получает контроль. Про коронавирус. Должна встретить их здесь, и в спину диктует этот дневник от тысяч остальных обслуживания. Камни этого храма пропитаны кровью. Мы ступили на неизведанные земли и пробудили нечто древнее и злое. Скверну, что принимает неописуемые очертания и формы. Веками мы жили в этом мире как дети, не зная об ужасах, дремлющих у нас под ногами. И теперь слепо распахнули врата, ведущие к безумию. Я страшусь угодить к ним в лапы, но мною движет долг.
Это место должно быть запечатано ради всего человечества. Мэри, прости меня. Не, ну я рекомендую. Прикольная игра. Прикольная. Так, а что, ну... Что за пауза? Никто из них не выбрался. Как же не хватает дневного света. Света и холодного пива. Рэйчел. Да? Я соболезную. Эрик был хорошим. Да, был. Так, шо, со всеми потрандили, все посмотрели, что дальше? Алло. Что мы еще не увидели? Зачем это ему? Неужели все дело в табличках? Я вывел свою зачатку, чтобы не позволить плегам запечатать этот храм. Вступила это существо ключ не раньше, может здесь хранятся секреты, которые могут позволить защитить себя, должно даже обрести объяснение. Защитите эти руины и не поминайте меня до тыры. Тыры тролливали. Во-во. Так, ну я не знаю, но я вроде бы уже... А, во. Пошла жара. Это что-то значит? Это не узоры, музыкальная шкала. Язык аккордов, звуки. Мэри пианистка расшифровала его. Она думала, это обозначает звезды. Видишь? Это кит. Созвездие. Мы далеко от ночного неба. Загадка. Если верить дневнику, в уст... Олег, привет. Я ужас, летящий на подкрылках ночи. Бу-у. Смотри, ты чё, ну блин, я тут мало того, что это, честно, что-то вырубаюсь. Так ещё и ты меня испугал. Господи, за что ж вы меня так вот это вот не жалеете вообще? Добрый вечер, даже уже доброй ночи, можно сказать. Блин. Я даже, и мне даже нечего сказать просто. Может, есть и другая? Мне нужна помощь. Какая? Консоль слишком большая, в одиночку мне с ней не справиться. Призбодрил, ты не то слово, слышишь, у меня аж это... Так, ну и чё, и шо? Что-то не пойму, что от нас хотят. Куда мы должны пальцами? А, во, они как-то соединяются. Сам закалывай, чуть кирпич от звука не отложил. Так вот тоже сидишь, такой... Ой, человек, извините, раздевался. Это, наверное, уже нервная система, блин, расшатана просто. Ну ничего себе.
Мэри верила, что эти существа раньше были мирными. И их языком была музыка. То есть у них были эмоции. Что там, Андрюш? Как затем вечер проходит? Затем произошла трагедия. Вся их империя рухнула. Их музыка затихла, и они стали... Да что не так-то? Один не Сергей, а Гогошка, Андрюха, летящий на крыльях ночи. А Толя пришел, меня отчитал сегодня, блин, я вообще в шоке. Я не знаю, что я ж... Говорю, что-то кто-то, блин... Теперь ими движет ненависть. Что-то происходит в мире. Они мертвецы. Сейчас баба гранату сожрет. Проверяйте, блин. Ну и что дальше? Рэйчел! Хавай ее! Вискарик, это хорошо. Посмотри сюда. А мы сегодня, блин, это оно. Не в зуб ногой, как говорится. Ну, я же сказал, что это космический корабль. Упал когда-то на землю, сейчас жара будет. Ну, нахер она этот патрон трогает? А, она по капсуль хочет. Простите. Мужики, сори, блин. А дать ей это сделать? Нет, я думаю, не надо давать ей это делать. Нахер. Перебьешься, блин. Супруга полдня меня катала на машине по Москве, восстанавливаюсь. А что значит восстанавливаюсь? Тем более супруга полдня меня катала. Подожди, Андрюша, чего восстанавливаюсь? Так а зачем ее надо было взрывать, не понимаю я. Это не дом, а ковчег. Сделай что-нибудь, она станет одной из них! Сейчас я ей помогу. Держите ее. Должен быть выход, нельзя ее терять! Иначе никак. Держи ее. Я должен убить тебя. Я не знаю, что делать. Это я, Джейсон. Прошу, убери оружие. Ну, все равно он мочканул ее. Какая хрен разница, блин. Выбора не было. Ну, подъем, сержант. Мочи! Нервы... А, нервы вас... Все, после... А, жена весь день тебя катала. И... Короче, ты нервничал из-за того, что ты находился рядом. Все, я выстрел. Понял. Нам надо съебывать. После поездок с женой надо восстановить нервы. Чего я проиграл?
тоже это видишь? Ух там, бля. Эти холмы состоят из коконов. Давай, Кноуч, давай. Я не знаю, блин, может действительно... заряд там, все сгорит. Сколько оно еще долго будет идти? Я сам что-то уже, честно, вырубаюсь. У меня уже прям зев еле сдерживаю. Концовка у меня печальная. А у тебя прям веселое было с медведями, с цыганями, да? Надо двигать. Тебе там выходили цыганки, блин, к нам приехал, к нам приехал. Ого-го, ого-го, Хович, дорогой, да? Вот так у мы тебя было. Мы потеряли братьев. Рэйчел мертва. И полковник. Блин, чуть пол не пробил ногой, пытаясь тормозить. Пробил. Час расплаты. А я все понял, Андрей, после чего. Разместим заряды на кучах, как можно больше, и взорвем их на расстоянии. Как только рванет, моей проблема, она за рулем, я вечно на нее если злюсь, повезет, потому что она как специально по всем ямам едет. Но и отвлечем их. Я говорю, ты специально это делаешь, или как? Вот яма слева, она поедет налево, яма справа, она поедет направо, блин. Так. Кто пойдет и заложит динамит? Да хуй с ним, я пойду. Ёбнулся? Вместе пойдем. Не, чем больше народу, тем выше риск облажаться. Вот, возьми детонатор. Если я не вернусь... Ник! Да слушай. Если что, ты должен взорвать заряды. Только сильно с этим не торопись. Все время. Будь на связи, понял? А если сигнала не будет? Шо все, Мин? Шо ты меня все это самое, блин? Как увидишь... Нажимай на кнопку. Быстро и аккуратно. Давай, друг. Что ты меня все пугаешь? Сейчас мы всех победим, блин. Я вот просто думаю, долго еще осталось? Ты на детонатор нажмешь? Значит, я на детонатор нажму. Не могу разобрать. Подождите, куда он пошел? Лёв! Что за херня, блин? Вот нас хотят, я ни хера не понимаю. Первая шашка на месте. Прием. Отсюда все чисто, брат. Куда? Вправо, влево. Мы не видим движения. Решай сам. Блин, вот интересно, как я должен понять, вправо или влево? Давай влево, блин. Налево. Ёп! Ой, да у тебя, если бы я пошел бы вправо, ты бы сказал бы влево, Серега. Бля, да ну нахер я опять... Разворошили мы осиное гнездо. Вот мне вот это вот, блин, не... Я спешу и нажимаю кнопку, блин.
Твою мать. Братан, тут становится жарко. Может, бросишь остаток зарядов и вернешься? Ты только глянь. Вот эта куча. Она далеко. Ого. Идти вперед. Хочу рискнуть. А чё ты не пишешь, это надо было просто. Назад? О, нет. О, нет. Что там? Их слишком много. Ему конец. Господи Иисусе. Стой! Как это ему поможет? Да ну за кем, а? Спасибо за донат! Да тут жарко. Ты знаешь, его не спасти. Пусть закончит дело. Фу, я думал... Я думал, во-первых, уже... Снимай, у меня пипец, меня накрыло что-то. Еще... Серега, Он ничего не почувствует. Чисто, Ник. Все чисто. Ой, да, вот это, Серега, я бы тоже многое бы отдал бы. Я ставлю заряды. Что вы 5 минус? Ой, блин, что-то их до хера. Блин, ребят, я опять не смог этой херней, блин, да шо я сразу нажимаю с перепугу, блин. Я вижу и с перепугу начинаю нажимать, блин, твою мать, блин, да шо за хер... Убрать от мыши, блин. С другой стороны, иногда не... Я вижу эту херню и сразу нажимаю автоматически, блин. Андрюшка, привет. Андрюш, как я сделаю, только у меня в наушниках. Добрый вечер. Сделай громкость тише. Это ж не я его, блин, это ж некоторые там прикалываются. Блин, короче, я не знаю, как, блин, мне научиться, блин, не нажимать сразу же. Я на автомате вижу эту херню, клац, блин, и только потом до меня доходит, что надо же было дождать это, блин, импульса, блин. Херь полная. Андрюха, не я делаю эту херь. Это к коллегу Сергею Олеговичу обратитесь. Он не будет этого делать. Отмазки лепит, прям не я. Я не я, и хата не моя, блин. Веревки. Что, у меня 2 человека осталось, все? Что такое?
Твою мать, бля! Шо минус один, минус два, да хары каркать, а? Но меня вот этот, только ритм сердца всегда подводит, блин. Я все нормально делаю, блин, только ритм сердца, я из-за него всех практически потерял, блин. Хвала Аллаху, вон, там есть выход. С пулемета можно будет пострелять, это прикольно. Ой, мне так нравится, как они кидают это на километр и крюком зацепляются прям. Все, мы вышли. Че ты писился в компот? Шо Ну, мы побить. Ой, ёпта. Кошка, ну не пугай хоть ты меня, а? Кошка. Кошка, кошка. Кир, уйди, а. Где они? Странно это. Чего они застряли? Кто они? Мы живы. Мы, блядь, живы. Сток сына ты не видел, один, даже с боссом не подрался. Проверка, прием. Что за бред? Но все равно вас замочат. Это Койот-2. Слышу хорошо. Транспорт выдвигается в 5 часах лету от вас. Прием. Импровизируй, адаптируйся, превозмогай! Мы победили! Поразительно. Так, тихо. Фу! Интересно, те пастухи еще здесь? Сейчас бы пивка. Я должен вернуться к сыну. Он, наверное, волнуется. А, это даже было затмение. Подождите. Не надо. Ой-ё. Они идут! Хижину! Закрыть ходы! Задержим их! Сколько у нас времени? Ты мне скажи, я ни хера в этом не шарю. Контакт! Ты
Ну все вас всего двое, блин. Их слишком много! Нужны патроны! Должен быть другой выход. Это что, ракеты? А где патроны? Похер! Берем, что есть! Рад был знакомству. Блять, не туда, господи! Блин, я перепутал кнопку. Блин, ну на нервах, ё-моё. Так оно так быстро, этот круг исчезает, что вообще не успеваешь, блин. Не, ну хоть араб остался живой, блин. Весь спецназ уложил нахер. Араб хоть живой, все, Серега? Кто-то всех выводил вообще. Он по факту остается. Да не транди, он только что мог тоже погибнуть. Короче, я одного только араба спас, блин. Походу, я не за американцев. Да что значит по факту остается? Он тоже мог сейчас погибнуть, блин. Не транди, блин. Америкашек я всех положил до единого, блин. У них не было шансов. Они связались с Шепардом, блин. Не поебает, но только шел в конце. Если бы я не успел бы нажимать, его вальнули бы миллион раз, блин. Койот 2, это Рина 1-5. Это катастрофа. Все наши убиты.
ты его мог вольнуть раз 10. Но все равно одна свеча Салима-то осталась, блин. Салим выжил, чтобы продолжить бой. Отец не готов был навсегда расстаться с сыном и пробил себе дорогу к свету. Как мило. Жду нашей следующей встречи. Возможно, мне следует выбрать для нее более домашнюю историю. Про место, где вы сможете прекрасно выспаться. Вот только будьте уверены, покинуть его будет очень сложно. Вы знаете, где выход. До встречи. Да не, вы что, прикалываете? Нахера нам не надо еще раз пробовать? Да ну, блин, а вот это ты, этот пульс вот этот, ну это пипец, конечно, оно. Ты машинально клацаешь, блин, на кнопку, оно раньше времени, блин. Ты опоздал и плохо выглядишь. Я с ночного рейса, что насчет тебя? Как полет? Фильм говно, еда говно, ногам тесно. Сидел в хвосте? У туалетов. Круто. Ну, кофе был ничего. И кексы хороши. Отчет читал? Пока летел. Как дела у аналитиков? Разведгруппа понесла тяжелые потери. Но могло быть хуже. Просто некоторых пришлось от пола отскребать. Бедняги. А существа? Ничего подобного не видели. Ля, там херня. Колчик, Джейсон, лейтенант разведки. Четыре раза проходили. Когда ты успеваешь проходить, блин, ёпт. Так они говорят. Убит. Причина смерти? Убит существами. Разорван на части. Закрывай. Так они объединились внизу с иракским солдатом? Из республиканской гвардии. Можешь себе представить? Скорее бы увидеть его. Не выйдет. Он сбежал. Что это значит? К прибытию группы эвакуации его и след простыл. Уже до границы мог добраться. Вот же хитрый ублюдок. Теперь понятно, что Колчик в нем увидел. Аналитики все еще извлекают образцы с места. Там просто бойня. Динамит взорвали? Мы не знаем, где они его раздобыли. Блин, ну... А, жаль. Его показания пригодились бы. Хадство, блин. Последнего обидно, блин. Я просто перепутал кнопки, блин, машинально, ага. Блин. И с этим вот этим да. Пульсом, это блин, да это вообще херня, наш блин. Наш штатный гений. Он явно не рассчитывал на такую находку. Эти двое были женаты? С формальной точки зрения. В отчете сказано, Кинга застрелили? Мы на войне. Хоть кто-то нормально умер. Выходит, Целус виноват. Перепутал храм со складом оружия Саддама. Говёная система. Ну, не скажи. Для нас это большая находка. Нам повезло. По-твоему, это повезло? Да, не буду я решение. Не, ребят, самого я не вижу никакого смысла. Это бред. Она была заражена. У ее товарищей не было выбора. А паразит? Извлечен. Смотрела ее досье? Да. Могла далеко пойти. Ну, это бы если по-любому бы сдохла бы, если у нее было. Она. У нее не было выбора. Воскресенье еще в силе? Дженнет готовит жаркое, конечно, в силе. К этой работе нельзя привыкнуть. А что хочется? В этот раз хоть все локально. Да, хоть так. Ну, что ты об этом думаешь? Не важно, что я думаю. Сейчас главное контролировать поток информации.
Для остального мира здесь ничего не произошло. Прикольная игрушка. Мне понравилось. You wanna know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be. An artist. I've left my mark on the world. Have you? Прикольно. Season 1 of Season 1 финал. The Devil. А, дьявол во мне. И геймплей тут ровный, не разделяет на два экрана. Ну да. Не, мне понравилось. А, кстати, а первые там две части? Первые две части. Ты, Серега, ты их проходил? Ты сказал, что они не очень. Тут же где-то было это. А, вот, антология. Надо игру, чтобы подписчики могли играть. Ну или спонсоры, страшно. Да я ж не знаю такую игруху, блин, ё-моё. Вот, Man and Medion. Man and Medion, пятеро друзей отправляются поплавать с аквалангом, но их отдых вскоре становится по-настоящему опасным. Поиграй там скучно, да и ты скучно. Ай, ты мой мальчик. Что ж от тебя можно хорошего дождаться, блин? Little Hope. Четыре студента и профессора застряли в заброшенном городе Little Hope. В густом непроницаемом тумане они бегут от призраков прошлого, которые жаждут оттащить их в ад. Их необходимо выяснить, что движется этими созданиями, пока ночью. Интересно. И вот дом House of Ashes. Ну это мы посмотрели. Я не знаю, может действительно попробовать вот эту, допустим, Little Hope. Четыре студента и профессор застряли в заброшенном городе Little Hope. Everything that one does or doesn't do in one's life will catch up with one eventually. Don't you think? It pains me to admit, but he's right. There's nowhere else we can go except into that damn town. Little Hope sure isn't the town it used to be. What are you? Rational? Emotional? Do you trust your head or your heart? Да, прикольно. Так, а тут можно еще и триллер посмотреть. А тут что? Man and Medion. Connie, this is Alex. Is everybody on board and ready to go? What in God's name is this? Something happened here. Ух ты! Блин, тоже прикольно. Тебе игра, ты... Да какой смысл? Ну, Серега! Какой смысл? Ну, я не вижу смысла. Никому это ни нахер не будет интересно. Сидеть все то же самое заново втыкать. Что за бред, блин?
тебе игра дает пройти ее всю за. Ну, что, в концовке увидеть, что там останется не один араб, блин, а, допустим, два американца или три американца в лучшем случае. И этот долбанный араб. Или наоборот, три американца, и они завалят этого араба. Ну, смысл один и тот же все равно. Встанет солнце и всех этих тварей сожжет, блин. Главное, сцены с боссом. Серега, я никакого не вижу смысла начинать все заново. Не абсолютно, это бред какой-то. Я вот подумаю, и возможно мы просто это пройдем. Мне сам принцип игры понравился. И вот это вот приколы эти, блин, успей нажать кнопку. Ты не убил фараона. Как это мы не убили? Мы что-то ж с ним сделали. Мы его взорвали, по-моему. Смысл? Нет, я не вижу. Сидеть все то же самое заново втыкать, извините, три стрима по два часа, шесть часов, блин. Очень смешно. Очень прям. Лучше мы это, лучше... Кстати, скоро вот четвертая часть должна выйти, правильно? А мы лучше пока еще две части предыдущих лучше посмотрим. Тут главное, блин, реакция, ёпта, блин. Правая, левая кнопка, собственно говоря. Особенно вот это сердце, оно меня, конечно, выкумаривало. Таких игр много. Я первый раз такие встречаю, честное слово. И мне понравилось. Очень понравилось. Как бы сидишь, вроде бы кино с одной стороны смотришь, с другой стороны участвуешь. И ты не можешь сесть вот так вот в кресле, как я думал. Я буду чисто сидеть вот так вот, балдеть, втыкать, блин. Так когда-никогда мышку там двигать. Тут, блин, постоянно ты сидишь в напряжении, потому что, блин, пропустишь какой-то момент, и капец котеночку, блин. Какой мозг коллективно играть? Так, ребят, вы можете мне смело ваши предложения какие-то давать, чтобы мы могли что-то это... Возьми беспроводную. А смысл? Как мне моя не мешает, у меня MCI-евская нормальная. Только вот после сноураунера колюсика вот это единственное не нажимается. Смысл? Проводная, беспроводная. Какая хер разница, блин? А ты Сыч один. Это игра для компании. Большой секрет для маленькой такой компании. Сыграть, передавая геймплан друзьям. Вместе с другом по сети. Очень смешно. Так, ладно, господа. Всем спокойной ночи. Спасибо огромное. Нас было мало, но мы были в тельняшках. Короче, не знаю, принцип надо было спасти американцев, но мы их всех завалили. Враг не пройдет. Мы, получается, были за Ирак. За Хусейна, блин, ёпта, мы тут сражались как могли. Я был диверсант, просто я был за Саддама, блин. Все эти решения должны были принимать мы. Все, ребятульки, завтра я посмотрю, я с утра хочу проснуться, это. Быстренько мне надо аквариум почистить. И, в принципе, это, может, с утра еще порыбачим чуть-чуть. А, мне завтра горшкиш еще надо приготовить. Короче, посмотрим. Все, ребят, от души всем низкий поклон. Я говорю это, Андрюш, Рекс Эндрю. Предложения какие-то давайте, чтобы вы видите, вот, чтобы совместно можно было что-то. И, блин, ваши предложения. Все, спокойной ночи. Низкий поклон всем и хороших снов. Мы победили. Пока.